Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами Туз Геймс. Итак, мы что, продолжаем с вами путешествие наше, да? Что за тормозня? Что такое? Кто здесь, блядь? Где мы остановились? Так, что нам надо сделать? А, мы сделали здесь сохранение. Так, мы, по-моему, на станциях, да, там? А, ну, поехали так, не спеша. Собираем, делаем, плавильное. Что у нас там еще нужно делать? Стол исследования. Что, базовые компоненты 2. Поршень и подшипник. Смазка, это что? Угу. Так, рецепт. Добро, наверное, не хватит нам, да, их? Не хватило, надо же. Так, пойду полетаю тогда чуть-чуть. Вон, пособираем, пойдемте. Ты кто? Взять. Так, у нас поесть нам надо. Так, да? Так, деревяшечки. Дико извиняюсь, как обычно, за свое вообще вот пропадание-то. Хочется каждую как бы серийку самому хочется поиграть, знаете, отвлечься, но, блин, как-то некогда, блин. Но это не отмазки, нужно искать время. А кто там параллельно, смотри. Что за хуйня? А, тебе быстрее? Не, нам не надо быстро. Мы же находили там, да, чижиков каких-то? Мы что, опять, что ли? Отсюда же едем. Что это было? Что-то бомба какая-то, что ли, была? Органическая, да? Так, а что мы нам еще нужно? Рецепт. Что это, смола? Так, подшипник как нам сделать? Так, какой слиток был, не понял. Ну ладно, там железный был, да? Да, создадим один пак по одному, так чтобы как бы продвигаться дальше. Нужно поесть что-нибудь. Так, сейчас рецепт с пациента. О, кухня, болты, проволока. Че, погнали? Так, надо поесть будет. Надо будет покушать. Так, это взяли. Че, кто здесь, блядь? Я видел здесь. Так, взяли вроде как. Вроде как бы. Не, а что за херня там была? Кто-нибудь заметил? Нет, я вот что-то не особо заметил. Я микрофончик поправлю немного, а то я говорю куда-то. Настройки микрофона в крутилке. Так, что здесь? Кто тут? Турбо. Не турбо, ни хер. Так, пойду-ка приземлюсь, перекушу органика какой-нибудь. Так. Что сделать? Жир. Нормально, поедим. Так, что это такое? Блять.
Промазал. Так, мы что там? По-моему, были здесь или не были, я что-то не помню. Так, органики возьму, да, да, даса, да, успею взять, не? Успел, оп, успел. Оп, оп, успел, есть. Есть контакт. Ну, что тогда будем лутингом заниматься? Опять что, надо куда-то, докуда-то доехать, нет? То есть бонус какие-нибудь дадут нам, не? Вот смотри, чижики приехали эти. Так, она. Мимо, блядь. Ебать, блядь, пошли нахер. Отсюда будут бомбить, на. Сука, все мимо, блядь. Чувствуем. Тормозня, мать. Ну что, у меня там какие-то процессы, что ли, идут? Вроде ничего не настраивал. Так. Мазафака. Где эти мазафакеры? Еще ни в кого не попал-то, ё-моё. Пушка кривая, что ли? Ага, я же говорю, он сносит. Вот это ты кто такой вообще? Кто такой? Кто это? Есть контакт, сразу двоих, видал? Надо собрать это. Надо это собрать. Тоже соберем. Что за звезда? Не, пока лутинг, пока тихо, не спеша едем, чтобы у нас было до хрена всего, вещей всяких разных. Пожрать там это органики он какой-нибудь. Так. Шестеренку мы здесь можем, да, болты, что, рецепт. О, шестерня, да? Потом проволока. Вот, смотри, болты. Давайте тогда захерачим половину. Топливо. Топливо. 6-7 нам, в принципе, не нужно. Давайте. Все. Так, рецепт. Сколько штук? 7. Плавится. Пусть пока плавится, мы пока поищем что-нибудь. Надеюсь, это дается. Как там его в плане эти бонусы? Что такое? Что горит? А, мы опять приехали что сюда? Мы же здесь были, да? Не помню ни хера. С пистолетом полегче будет. Ну-ну-ну, что ты не берешь-то? Смотри, F. По балде можно дать кому-нибудь. Че за говно? Так.
шестерня. Там что, проволока, да, по-моему, там что? Эти нет, что ли? Наверное, проволока нужна нам, да? Ну, поехали. Что за, блядь, портал уж? Это, знаете, напоминает, кто-нибудь помнит фильм эти «Звездные врата», что ли? Star Trek. Не, Stargate, блядь. Star Trek. Приходится рассчитывать на теплый прием. Жаль. Мы здесь были, не были, что? По-моему, здесь были, нет? Почему? Правильно, нельзя. Это я, что ли? Строить модуль. Что здесь? Дрова, посмотри, к чудальну. А что такое? Ресурсы этой мячики не хранятся, если перекинь депо, не за. А, типа нам сюда выгрузить надо будет. Что-то особо хочется мне туда ходить, честно вам скажу, я бы поехал бы дальше. Но чувствую, нам дадут там дробовик. Дробовик дадут. Так, подождите. У меня есть ящик для хранения. Вот здесь, наверное. Или нет у меня ящика для хранения? О, хер. А, вон же есть. Дрова есть. Так, ну-ка, сейчас поплавлю пока. Подождите секунду. Так, рецепт. Проволоку создам и потом пойдем. Так, там шестерни можно будет сделать тогда, попробовать. Оп. Так, сейчас, секунду, подождите, не торопимся. Бляха-муха. Жрать будем, о, пожрачку будем готовить, отлично. Так, чтобы залететь в вагон сразу, я думаю, что это. И твоя налево. Так, Б, да, по-моему, строить. Где у нас, так, еда-то где? Кухня, да? Почему, блядь? А, мы только рецепт изучили, да?
Пока мы сохранились, нет, ну-ка, сохранюсь-ка на всей, сохранить игру. Сохранить игру, сказал, да. Пойду. Пошел я, в общем. Так. Ой, блядь. Звуки музыки. Есть что? Есть. Здесь нет, так. Так, по балде кому-нибудь можно дать. Кладбище? Что здесь такое вообще? Кто такой, дядя, блядь? Кто это, блядь? Кто это вообще? Кто это такие, блядь? Куда они вылезли-то? А? Ребята, идите-ка нахуй, я пошел к себе, блядь. У меня гранаты нет, блять. Ладно, я не очкабол, ладно, пойдемте. Че не нет? Кто это? Ебать, я их просто не вижу, блять. Это те хуи, которые приехали, что ли? Чем сюда не идут? Ой, блядь, зря я это сделал, сука. А мы здесь все умерли. Пиздец. Это мы, короче, смотри. Параллельной вселенной как. Нахуй я, конечно, ёбнул по этим. Тарпо. Какая-то херня, чё у нас там? Так, а чё, сюда положу? Слитки? Там что, кожу тоже берем, да? Это тоже сюда. Не, ну те писюны меня напрягают, конечно. Я вообще не знаю, кто, откуда они вообще. Что-то стреляют по нам. Что за полный инвентарь? Ой, инвентарь, я же, блядь, выгрузился. Ира себе. Нет жетонов. А, жетон уже. Короче, нам по-любому туда надо идти. Блять, так не хочу с кем воевать. Ладно. Ладно, подожди секунду. Так, а где мне этот создать? Подожди.
есть они сюда не идут, да? Не пойму, какой инвентарь у меня полный. Возьму это что? Так, правильно, да, сохранимся. Что здесь начнем? Пойдем отстреливаться. Шутинг. Хуясин хуячит. Вы кто, бля, ребят? И патроны не долетают или чё? Ебать, блядь, да. Я их, блядь, не вижу просто, они как-то сливаются. Ну на, нахер тебе, придурок, блядь. Ствол. А что за звуки? Тут еще кто-то есть? Блядь, нихуя себе, наверное, блядь. Сейчас, блядь, еще какую-то армию валить тут. Ты кто? Дайте мне что-нибудь. Что за звуки, блядь? Ой, поймешь, блядь. Так, главное без паники. Главное все, что... А, вот, что, что это такое? Что, модуль револьвера? Какой-то модуль, блядь. Веси. Сейчас будем это. Так, где мы? Я заблудился уже. Чё, где мы, блин? Да, сюда. Какие-то вылезли, какие-то хер пойми кто, откуда вообще. Это те на, блин, ладно, разберемся. Без паники. Мы не на Титанике, бля. Так, блядь. Боюсь, нахуй, просто очко вылезу сейчас откуда-нибудь. Чё кто-то что? Локация какая-то гигантская. Ну и че, нажимаю же взять, блядь. Как через раз срабатывает? Какой-то сраный input lag у меня. Сейчас до тут дойдем, да? Так, здесь дверь. Ага. Пойду пробегусь туда-ка. Туда-ка, сюда-ка, блядь. И, блядь, не видно нихуя. Вот это бесит. Луплю, блин. Ладно, хоть патрон бесконечный. И ты чё тут? F. Да какой, блядь? Уйди нахуй отсюда. Я ж перезарядку нажал. Так, модуль, а мы можем модуль это мы модернизировать? Ну-ка. А как нам оружие модернизировать? Так, N. Не. А как там тройка, да? Ну-ка. Или мы уже взяли его? Ну, как бы автоматически поменялся.
Да, нормально, что работает. Повторяю еще раз. Самодельная дрезина. Небольшая пуля. Вооружены, мотивы не ясны. Предположительно связаны с. Уничтожен личный состав на посту номер. Разрешено открыть огонь на поражение. Конец связи. Они думают, мы с кем-то связаны. Мы попали сюда на дрезине ученого через его портал, используем его записи, идем по его следу. Возможно, про него и речь. Все, валим отсюда. А с той стороны я был. Так, на той стороне я был, да, хранилище я построил. Так, сохранимся, блядь. Не забывай никогда сохраняться. Так, чё, мы погнали? А, ну тут типа ехать нам надо, да? Все взяли? Блядь, проебал, конечно, как обычно. Так, нам нужно, мне нужно сейчас. Так, Б, так, Б сейчас. Кухню поставим. Так, кухня. Болты, проволока и шестеренка. Ну и чё, куда его? Нихуя себе, не надо чё бросать. Как мне его применить? Что, погнали, что ли? Ладно, погнали. Ух ты, ебать, блядь. Перезаряжу, старый друг. Водятся и другие, скажем так, голодные монстры. Да, ну сп... блять, ну спасибо, друг мой родной, блять. Голодные монстры, блять. Так, что у нас с едой? Нормально? Что ж жути нагоняет, блин, этот рассказчик? Давай, 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 есть контакт. Да, блядь, подтянулся, называется. Надеюсь, они на дрезину-то не залезут. Вот это я не понимаю. Что за вот это говно, блядь? Нажал, бля, ёпта. О, блядь. Вот конос, хуев. Так, блядь. Пойду я бинты что-нибудь делать такое, да? Хорошая штука.
Ой. Да, что-то знатно проебываю, конечно. Я, блядь, очкабул еще тот вид. Все, не дать. Жир. Про монстров он не сказал, мне что-то страшно летать в этой херне. А как эту рукоятку надо, блядь, еще с этим, с пистолетом разобраться, так? Так, что мне там для кухни надо, так? Так, проволоку, да, еще? Ну, давайте сделаем. Так, проволока есть. Так, создать. Проволочку создадим. Да, создать. Что-то дробовик, мне кажется, его пустил там. Отбиться от акулы, блять. Ты задание видел, нет? Какая еще нахуй акула, блять? Кухонку делаю, блядь. Чё за акула, блядь? Сожрет еще нахер, блин. Так, правильно, что делаем? Сохраняемся. А как мне это? Выброшу. Я же набирал этой херни, нет? Акула сейчас будет у нас, да? Так. Органика мне нужна. Такая тоже. Там, наверное, какой-нибудь верстак был, на котором можно было, наверное, заменить пистолет.
А мне здесь это что ли делать, да, на верстаке? Блять, я и Porsche не сделал, блять, нихуя, уехал оттуда, блять. А можно было, наверное, нормально все исследовать, а я что-то пизданул, блять, и смылся. Сука, блять. Жрет он мой, блять, транспорт. Так, а чё, как мне это исследовать? Где мне эту хуйню настать? Ой-ой-ой-ой. Где-то акула-то, блядь. Сейчас акула, что ли? Мы к акуле приедем? К акула. Акула, ёпта. Сейчас нахуй научимся все делать здесь. Грядки, болты. Сейчас начнем делать грядки, уядки. Кухня есть, без грядок никуда. Любой выживач с грядками. Так, что у нас там? Что металлолома, да, я правда не нахожу, одни деревяшки только. Поели. Так, вон металлоломик. Мне шпакля не нравится. Так. Металлоломик. Нихуя не могу взять. Металлоломик, сказал же. Вот акули ползем, вообще непонятно, что за акула такая, блядь, химикаты. Так, чижик, идите отсюда нахрен. Господи, это я обосрался со своей тени, ё-моё. Что за чкабул-то, ё-моё. Даже так теперь. Компоненты, расходники. Да нам надо. Тоже. Это тоже. Никакой там это не присосался к нам. Потом вот это тоже надо. Дай, давай, давай, успеем, успеем есть. Так, мы куда-то приехали, блядь.
Так, сейчас я сделаю грядки, не знаю, если хватит. Там какая-то, короче, акула у нас будет, с которой мы будем. Нельзя грядки, а куда их ставить? Настенная растет. Элегантный комод. Стойка для контейнеров. Могу их перенести. Также, да, по-моему. Ага. Во. Теперь у меня места побольше есть. Так, секунду. Так, что по времени? Ага. Ну, пока так, блин. Что-то я думаю, что я очень дохера чего пропустил там. Ладно. Впереди у нас акула. Ну, давайте тогда на этом закончим. Обязательно продолжим в следующей серии. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забывайте про все уведомления, колокольчики. Также на соцсети, группу ВКонтакте. Всем увидимся. Ну что, тогда увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Берегите себя.